Участие в конференции приняли министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Зигмар Габриэль и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, а также члены общественных организаций и фондов образовательных учреждений. Всего в конференции участвует около 600 человек. Кроме того, в ее рамках пройдет молодежный форум России и Германии. Молодые люди смогут обменяться идеями относительно сотрудничества двух стран.